star chained to our past. We had closed hearts. Всем привет! Сегодня мы погуляем немножко по Одессе. Сейчас мы находимся на бульваре Жванецкого, и я хочу вам показать памятник первой взятки в истории Одессы. Во время строительства Одессы, когда закончились деньги и строительство должны были прекратить, люди собрали 3000 апельсин и отправили взяточку Павлу Первому, который покушал эти апельсинки и сказал: какие вкусные, надо, чтобы Одесса строилась. А это Шахский дворец. Очень красивое здание. Правда? А это сердце для влюбленных парочек, чтобы они цепляли свои тут замочки. Здесь очень много красивых замочков и необычных. Вот такой вот. Влюбленная парочка Ира и Паша сделали сердце из металла и сковали какими-то дугами. Дальше есть вот такой Евгений и Алена вместе навсегда. А вот самый необычный, который нам доводилось видеть, это я даже не знаю. Там сзади какие-то иероглифы. Вот замочек с совушками. Сердечек, очень много сердечек. Ого, тут смотри, тут целое полотно. Надежда, я люблю тебя, Олег. Прикинь, это он приварил это все? Чё себе, Олег, ну ты монстр. Надеюсь, Надежда увидела твои труды и оценила в полной мере. А это тещин мост. Раньше на нем вешали замочки, которые я вам показывала. Но чтобы мост не рухнул, потому что очень много влюбленных в Одессе, замочки все срезали и прицепили на сердце. Я сейчас пробегу под мостом влюбленный. На этом мосту любят фотографироваться молодожены. Кстати, это любимое место Пушкина. Он любил тут сидеть на ступенечках и писать свои шедевры. Одесса знаменита своими колодцами, и это один из них. Но из этого колодца пить нельзя. Недобросовестные люди все-таки подцепили замочки. Тоня и Сережа, а? Как вам не стыдно? Мост, он шатается. Он реально шатается. Мы сейчас возле Воронцовской колоннады, отсюда открывается очень красивый вид на море. Не зря Воронцов себе тут домик построил. Идемте, я вам покажу. Я хочу вам показать необычный элемент фасада Воронцовского дворца. Это настоящее ядро. Его можно найти на стене. Вон оно, черненькое такое. А знаете, как оно сюда попало? Турки
бомбили оттуда, с моря. Хотели захватить нашу Одессу, и одно из ядер застряло в Воронцовском дворце в стене. Но когда здание реставрировали, решили это ядро не убирать, а оставить его как элемент истории. Вражеское черное круглое ядро. Раз мы уже погуляли возле Воронцовского дворца, я хочу вам еще показать Воронцовский переулок, очень знаменитый переулок. В этом переулке очень любят снимать фильмы, и тут снимался наш любимый сериал про Мишку Япончика. Если вы не видели его, обязательно посмотрите. В этом переулке находится дом с одной стеной. Реально с одной стеной. Представляете, там люди живут. Не верите? Приезжайте, посмотрите. О, хотя покажу дворик одесский. Идемте. Я надеюсь, тут не нападут на меня собаки. Вот висит стирка. Это неотъемлемый элемент одесских двориков. В окне сидит кот, засыпает. Все в лучших традициях одесских дворов. Все фотографируются возле Дюка, но не все знают, что на Дюка нужно смотреть со второго люка. И назван мой город героем.